Друг, на канале Диссонанс новая рубрика «Сравнение героев в развлекательных целях». Там можно увидеть интересные факты, а также Павел проверяет сборки топ-лидеров на твоем любимом персонаже. Ну и конечно же стримы, где у стримера челлендж цели. Мифик Глобал Онли Минотавр. Ссылка в описании. Мур, привет, друг, это Зверько. Настало время рассказать о реворке Ли Сун Сина. Разработчики все время топят на то, что Ли должен драться вблизи, хотя и имеет дальнюю атаку. Для этого изменили первый скилл. Теперь он не отскакивает, а наоборот подпрыгивает вперед с нанесением удара. А автоатака мечом сокращает время перезарядки первого навыка. Автоатака луком не ускоряет, а вот мечом – да. Это помогает держаться вблизи убегающего противника и наносить больше урона. С учетом того, что все навыки дают замедление, рядом с противником держаться не составляет никакого труда. Благодаря быстрой перезарядке первого навыка в ближнем бою увеличивается полезность бесконечной битвы для Ли Сун Сина. И еще о пассивке. Нам дают кораблик возле базы через каждые 3 минуты. Но если ты умираешь, то перезарядка происходит мгновенно, и ты можешь быстрее вернуться на поле боя, да еще с оглушением под рукой, что довольно хорошо. Как думаешь, вернут ли изменения Ли Сун Сина в мету? Напиши в комментариях и подпишись, если еще этого не сделал. Скоро видео об обновлении 56. Увидимся, друг!